гостей говорит, надо же, а, старину умели делать. Такая новизна, неотличима от старины, появилась в пещерном храме собора Казанской иконы Божьей Матери. Здесь, как и во всем здании, строители свое дело почти сделали. Дальше действовать будут отделочники и декораторы. Сейчас вот этот период летний нам надо использовать сполна. Почему? Потому что это связано с отделкой. Предстоит большая работа, но сегодня этапно мы определяемся, что началась самая ответственная часть выполнения самых тонких работ. Внутреннее убранство храма хотят сделать, как в исторической постройке 16 века. Элементы декора воссоздают по архивным фотографиям. Что касается мрамора, то мрамор выбирался именно тот, который был и по цветам, и по качеству, и даже по месту происхождения. Здесь была Греция и Италия. Воссоздание собора Казанской иконы Божьей Матери началось по указу президента Татарстана. Работы стартовали в 2016 году. После воссоздания храма Христа Спасителя в Москве это второй объект такого значения мирового, и который ведется на таком высоком уровне. Ориентировочная отделка и оформление собора займут около полугода, а уже гостей футбольного мундиаля собор должен встретить с крестами на куполах. Дмитрий Ирин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.